25 января 2015 года по окончании Божественной литургии в Кафедральном соборе Святой Равноапостольной Марии Магдалины в Варшаве блаженнейший митрополит Варшавский и всея Польши Савва от имени собора епископов Польской Православной Церкви вручил награду телеканалу «Союз» в связи с его десятилетием. Нам уже, милостью Божией, скоро 13 лет, и мы имеем возможность поговорить с нашими зрителями из Польши. Я представляю вам протоиерея Ярослава Юзвика, канцлера Супрольской академии, настоятеля храма святителя Николая в Топильце, священника Петра Амельчука, духовника Братства православной молодежи Белостокско-Гданьской епархии, клирика храма Святого Духа в Белостоке, и Александр Василюк, координатор сайта ortfoto.net. Все, я умолкаю и предоставляю вам сказать то, что вы считаете нужным о телеканале «Союз». Для нас важен, конечно, тоже канал «Союз», потому что если события, важные события православной церкви или наших организаций, фондов, ассоциаций, которые происходят, мы тоже можем показать на этом канале и знаем, что зрители, это не только Россия, как бы вот, но на всю Европу. Вот, бывали такие случаи, вот, случаи, когда попадаешь во Францию, например, вот, едешь где-то в друзья, и говорит, ну мы знаем, что у вас было несколько дней тому назад, потому что на канале «Союз» мы видели это. Так что вот это именно свое может показать всему миру. Так что «Союз» вот именно это как окошко на мир. Канал «Союз» тоже очень важен, потому что многие старшие люди не в состоянии прийти в храм, им тяжело. И я был на приходе, где средняя возраста это 70-80. И они, многие, покупают специально тарелку, чтобы можно было смотреть «Союз», именно ради «Союза». И они молятся, и им это очень важно, потому что в храм им не прийти, они в храм приходят, когда тепло, 25 градусов, тогда они могут прийти в храм, это несколько раз в год. А так они молятся «Союзом», как бы им это продолжает их участие в церкви, поэтому это очень важно. Ну, даже не только на деревнях, даже в Белостоке я знаю молодых людей, которые покупили тарелку, чтобы можно было смотреть православный канал. У нас в Польше нет возможности такого. Есть только один программ на неделю, полчаса, а вы даете возможность много больше. Я даже хотел поблагодарить вашим корреспондентам, которые часто до нас приезжают, Матфею и Артему, которые много-много делают хорошего дела. И бывает так, я занимался сайтом церковь.пл, там у нас тоже есть команда видео, есть люди, которые что-то пишут, но мы все волонтеры, и бывает так, что мы не успеем где-то доехать, а вы там приезжаете, делаете сюжеты, и благодаря вам мы тоже можем это увидеть. Это очень важно. Спасибо большое. И, может быть, что-то сказать по-польски нашим зрителям? Вот отсюда, из Екатеринбургской студии телеканала «Союз», из сердца телеканала «Союз». На польском языке к польским зрителям обращаются наши гости. Pozdrawiamy wszystkich z Jekaterynburga, z miasta, które przyjmuje nas z radością, z miłością, gdzie spotkanie z metropolitą Kiryłem jest dla nas wielką radością i miastem, w którym my możemy pokazać to, co jest najcenniejszego w Polsce. Dołączamy się do tych życzeń. Mamy nadzieję, że oglądacie telewizję Sojus i będziecie dalej oglądali. Спасибо вам большое. Спасибо. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy.